Всем привет! Немного долгожданных новостей об озвучке игры Borderlands 2. Работа над озвучкой DLC к этой игре идет вовсю. За последние месяцы мы записали больше часа звукового материала. Нет! Шесть слогов! Я все просрал! А все пропало, чтоб меня! Это, между прочим, несколько десятков ролей, так на всякий случай. Чего? Да мы ничего ему не сделаем, просто похитим. В релиз 1.0 точно войдет DLC кровавый урожай Чи Бахи». И, возможно, еще одно небольшое DLC, какое пока сказать не могу. Может яйца не шарыхи, а совсем другая шарообразная метафора. В релиз 1.0 точно войдут исправленные субтитры. Эти злодеи пытаются разрушить башню моего сына. Останови их! Вы, конечно же, спросите, ну почему так долго? Вы задолбали, больше десяти лет, вы просто этот долгострой когда-нибудь сдадите или нет? Да пошли вы все! Объясняю. Такая гигантская задержка с выпуском релиза 1.0 обусловлена тем, что мы хотим портировать текстуры. Это песня мамули чудесной. Пой об этом всем, потом тебя я съем. Но работа над ними занимает слишком много времени, поэтому мы рассматриваем вариант релиза 1.0 без текстур, просто с исправленным текстом и звуком. Я тебя сейчас отремонтирую, скотина! Кстати, мы нашли актера на роль Торга. И это не Джигурда, конечно же. Ну кто, пока сказать не могу. Но в будущем вас ждет очень подробный отчет о состоянии дел озвучки игры Borderlands 2. Не потерял, а куда-то положил. Это две большие разницы. Кроме того, мы же оба его ненавидим. И если ты так и дальше будешь, я накажу тебя молчанием. Ну вот и все, ребятки, это основные новости на этот момент. Как будут развиваться события, покажет кто-нибудь. Всего хорошего, не забывайте нас. Подписывайтесь. Ну, если так, то да понятно.